о чем Олег Альбертович, видимо, сторонник этого позиции, создать обратный трансфер для того, чтобы город Абакан и налоговые поступления в город Абакан обратным трансфертом шли в республиканский бюджет. Однако после более подробных рассмотрений этого процесса, как вы видите, в законопроект о бюджете эта позиция не попала, и нам удалось сохранить налоговую базу города Абакана в прежнем объеме и не дать различным, скажем так, консервациям повлиять на, скажем, уровень бюджетной обеспеченности города Абакана и не дать возможность ее сократить. Поэтому такого рода провокации не должны проходить. Мы защитили бюджет города Абакана. Вот ответ. Коллеги, как у нас Абакан был донором, он остается донором. А если бы обратный трансфер мы включили, все, что сверх среднего по республике, мы пушим, ушло бы опять там в бюджет, в республику. И Абакан оказался бы как раз вот, ну, в кавычках слова, я, конечно, раздет. Поэтому, если... Я прошу прощения, но реплику по поводу обращения депутата Иванова. Я не увидел в таблице поправок ваших предложений. Если они есть, они просто с отрицанием. Вы должны были подготовить поправку. Владимир Николаевич, позвольте Юрию Александровичу сказать. Юрий Александрович, вот я понимаю, что я мог предоставить поправку, но у вас большинство. И выбор голосования вы не провели. Я говорю о том, что должна достигнута зрелости и председателя бюджетного комитета, и Минфина, и ФНДФЛ. Должно быть большего Абакана. Спасибо. Абакану справедливое отношение должно быть. Олег Альбертович, я желаю вам достигать зрелости. Желаю, чтобы вы достигли зрелости. Ведь об этом речь идет. Тут не надо никакого количества. Любой депутат считает, что нужно внести поправку, естественно, обоснованное. Там же вот написали, там вот черногорские митингующие коллеги 7 ноября. Просят отставку президента, Думу, Федеральное собрание, чтобы Верховный Совет отправил, чтобы снизил цены на все, начиная с бензина. Знаете, анекдот на «Фэ». Сидели вождей, на что мы снизим цену в стране. Но когда дошли до буквы «Фэ», фуфайки, что ли? Ну, фуфайтесь. Нет, давай, говорит, на все. Да, мне люди были, на все. Вот, а они повышали цены, наоборот, вот с лозунгом о снижении. Мы это уже все страна проходила, все, 50 лет тогда. Сейчас мы действительно вышли на более вот такое зрелое взвешивание. Конечно, многие из вас являются сами жителями Абакана, абаканцы. Я, например, хорошо экономику Абакана знаю, как она складывается. Я слежу за этим, я искренне радуюсь. За городской совет, который там сегодня. Я радуюсь за главу города Абакана, который делает правильно для наполнения бюджета и реализации многих социальных программ, дополнительно то, что делается по республике. Я просто искренне благодарен и руководству города, и главе, и председателю горсовета за то, что они правильно проводят это видение. Дорогие друзья, у нас надо все-таки вопрос решить. Мы с вами таблицу поправок проголосовали. Нам необходимо принять закон. Речь идет о внесении изменений в закон, носящий процедурный характер. Сам закон ведет ничего, никаких принципов больших не определяет. Он только предусматривает процедуру рассмотрения межбюджетных и бюджетных всех вопросов. Поэтому, коллеги, мы проголосовали эти поправки. Предлагаю.